Вау, я не трейтер. Вау! Ох, ебать. Я за тебя умер в отбытии, а я был всего лишь обычным рабоебом. Давайте в гетик сходим, да. Все так точно. А Crusader Kings только через звук можешь увидеть, нет? Я люблю Crusader Kings. Мне нравится. Могу и сам поиграть. Надо DLC-шки там ждать. Блёр. Мне только мультик нужен. Блять, пацаны, ну такое послевкусие обиды, пиздец. Бля. А было так приятненько. Обидное послевкусие. Блин, у меня так вкусно на кухне пахнет. Родители что-то приготовили. Я сейчас пойду посмотрю, гайс. Мне прям интересно. Про кого? Сейчас приду. Кементии приветствует экипаж станции Свод Законов Антистандарт. Приступите к выполнению вашей работы с целью исполнения первого закона в целостности и сохранности. Также просьба главам переключить датчики в третий режим с целью сохранения второго закона. Алло. И экипажу требуется переключить датчики в третий режим с целью сохранения третьего закона Пентиум. И какие законы-то? На прайме, да. Надеюсь, что могу быть. Что там? Там, короче, родители затушили мясо в красном соусе в сковородочке. И картоху варят. Будет пюреха. Вообще имба. Громыч, здорово, старина. Привет. Здорово. Чё, как ты, дружище? Привет. Угу. Мне бы в гейт полезного. Отдыхаю. А конкретнее? Я студент просто. Фонарик там. Ну, раз студент. Мультитул. Давай, поправляйся, Громыч, нормально все будет. Сегодня у тебя был трудный день, старина.
Я прошлый был трейдером, еще и хиджеком. Я не знаю, что он делает. Понятия не имею. Сейчас талант поставлю тут. Спасибочки. Увы. Тестовый взрыв на полигоне через секунд 5. Мак. Одинокая женщина 30 лет, без вредных привычек, кровь, курение, наркомания, белка на ритм. Откройте ярчу компанию любому молодому человеку в баре. Ебать! Дайте оружие. От себя рыжеволосая красавица. В прошлом... Унамак, у нас. В настоящий момент времени являюсь работником Каргонии. Красный кот. Прибытие. Мак, пиздец. Сыто. Борис Гибелин, секретарь-сикер. Сейчас с магом поебашу. Могу предложить бургер. Магу тоже могу составить приятную компанию. Мак, возьми меня в ученики. Мак, может это кто-то проводит фестиваль? Что вы так кричите? С двойной котлетом и двойным сыром. Наука все. Ну ебать. Спасибо большое. Меня тут кушаю просто, кушаю. Трудный, я ебал. Неделю теперь торчать тут. Сук, давно не кидал в КСТА. И, наверное, за жизнь. Сам понимаешь, кого надо будет. Хорошо, бро. Спасибо тебе, Громыч, огромное, за 2000 рублей. Спасибо тебе большое за поддержку. Спасибо тебе огромное, старина, спасибо. Все нормально. А, не только ты уже заказывал, еще в Корпич заказывал, залетал недавно. Так что шанс уже очень высок. Крайне высок. Хм, так что скоро увидите. Спасибо огромное. Громыч, спасибо тебе от души. И Байгузу сегодня тоже спасибо. Герой дня тупо. Байгуз там тоже перед сном накидал. Ага, блядь. Я есть хочу. Нужен доступ. Нужно оружие и доступ. ГСБ. Я могу помочь. Сейчас будет. Бля, мне Твич отлинул. Громыч, я все получил. Спасибо тебе большое. Спасибо большое, старина. Огромнейшее спасибо. Спасибо. Я сделаю. Или ты услышал, или не услышал этот момент. Услышал или не услышал? Благодарю. Блять, ну я не хочу быть security офицером. НТР. НТР. Маг ебанутый, походу, да? Маги, это выдумка. Верните мне исследователя. Я не офицер. Приоритет анон кимит, внимание, экипаж. У нас две вульпы, блять, капитан и НТР, пиздец. Нормандия, нахуй, там переворачивается, блять, на 360. Вак, Мак говорит, выеби меня в бриге, блять. Алло, Громыч, ты тут, алло? Алло? На станции обнаружена неизвестная блюзкая сущность, порядок. Так называемый маг. Он спасибо. Превращает людей в ксеноморфов, а также растворяться в воздухе. Рад помочь. Доступы верните. На станции маг.
Я помогу его убрать. Ну, когда сам захочешь, ты зайдешь, да-да. Все, все. Просто уже и в корпус закидывал, и ты закидывал, поэтому вероятность увеличивается. Я понял, я пытался понять, как, когда писать. Ха. Так. НТР хорошо отыгрывает топящих пульп. Гений получается. Дайте пушку, блядь. Пушку дайте. Пушку дайте. Че, че брать? А, это броня, кстати, которая мне в гете жизнь пошла, спасла, блядь. Да-да. Медиков Брик. Мак покинул, нет. Донера, ассистант. Ну это даже не смешно. Да-да. Мак на станции. Да-да, сейчас вам нажму. Вам, скорее всего, конец. Сейчас нажму. Чё за кипиш, маг на станции? Маг на станции, бро. Маг. Маг-маг-маг-маг-маг-маг-грегор. Берите зэка в штрафбат, блять. Я не СБшник. Ага. Где он? Чё? Где он? РНД. Слышу. Давай. Давай в РНДшку. Уже под мостиком. Бля, ебать его, хуй найдешь. Это играет, блядь. Откуда это играет? Блять, что они делают? А, это с автомата играет, блять. Ой, блять, минус запись на ютубе, нахуй. Увы. Бля, я думал, это кто-то врубил эту хуйню. Эту хуйню в плане... где-то в игре, типа, понял, функционалом. Я не дал, что это жукбокс. Блять, предупреждать надо нахуй о таком. Записи не будет стать. Ну, скорее всего, будет, но она будет обрезанная, вырезанная, перерезанная 10 раз, блять. Ладно, может и не будет, посмотрим. Я думал, что это функционально.
Да-да, кусочек обреза. Я думал, что не вырубить, понял? Я не знал, что это жукбокс. Охуеть. Я не знал, что это он. Я ж, блядь, у меня триггер стримерский сработал. Ладно, сюда не подходим, короче. Пиздец. Там закрытая зона. А где он? А где он? Маги прибытия. На настройках не можешь вырубить? Да ладно, похуй. Чуть заранее просто надо было сказать, типа, что будем вся музыка. И вопросов не будет. Палка. А, в микшере громкости в игре Dance Machine можешь, если оффать будешь. Ага. Сейчас. Сейчас я вырублю. Я просто очень тихо могу сделать еще как вариант. Файл. А, опции открыть микшер. Dance Machine. Вот так вот поставить просто, чтобы он тихонечко играло. Спасибо, Фурьер. Может тогда. Когда маг включает кольцо и продолжает отыгрывать его, забывая о том, что вы член экипажа. Это, кстати, база. Не, Элф, ты немножко не прав. Ты немножко не прав. По этой категории. Это для призыва. А если ты, типа, служишь, то... Это не канает, блядь. Блять, тайзер бы нахуй на него. Было бы неплохо. Было бы неплохо. Вот бы тайзер, вот бы тайзер, вот бы тайзер, да? Было бы очень даже неплохо. Чё там? Пизда. Да. Да нормально, Громыч, нормально. Да, блядь, это с этой стороны оказывается, сука. И хоть один тайзер, блядь. Где шаттл Гамма? Хебзелес. Почему начальство нихуя не делает, блядь? Вызови Гамму Шат. Капитане. Тайзеров разве нету здесь? Ну они же там есть, но они не с первого раза станут, не? Тут ксеноморф у священника. Бля, ебать, тут нахуй и пиздец происходит. Тайзер только в админке. Класс. Спасите. Где он? А
как, что, куда он? Смогу сообщить причину прилета на станцию. Пентиум. Я в вентиляции. Увы. Мак, ты можешь делать что угодно. Без эго в РНД? Нет, вроде. Там нету вроде режим, режима тазера. О, блядь, здорово нахуй. Так, я не знаю, как за ксеноморфа играть. Подожди, а как? Зукуари 50 плазма. А где эту плазму брать-то, блядь? Почков убивать, типа? Здорово, братик. Ебать, Громыч, дружище, спасибо огромное. Блять, вы сегодня с Байгузом просто нахуй герои, реально. Он там накидал, ты накидал. Полосочка-то Родни уже. Дружи. Уже прям уверенно шагает. Спасибо тебе огромное, Громыч. Спасибо большое за 3264. Идеальная полосочка. Парни, огромное спасибо вам. У вас телепатия есть? Сейчас, подожди, надо, короче, искать кого-то. Как найти ту плазму, блядь? Где ее взять? С живых челов? Не могу травку садить. Ну где-то в коридоре я видел ее, да. Где-то в коридоре я ее правда видел. Теперь вы готовы. Ебать, Ел, спасибо тебе тоже огромное. Бля, пацаны, что сегодня payday? Да. Да. Ебать, парни, спасибо вам большое. Спасибо огромное, спасибо большущее. Спасибо. Спасибо, пацаны, спасибо большое. Элф, Громыч, спасибо вам, спасибо, парни, спасибо. Спасибо вам, реально. Реальное спасибо, реальное. Да, почему ксеноморфы такие слабенькие, блядь? Это ж нахуй ксеноморф. И как мне... что нахуй за шаттлы, блядь? 23 ра... 23 минуты, блядь, алло. 23 минуты раунд. То, что считает ИИ, мне поебать. Отмените шаттл, блядь. Арчок не работает. Как каркать? Как каркнуть? Давай, ебать! Ебать, ребята. Спасибо вам большое. Ну вы вообще бешеные. Спасибо огромное, гайз. Да, спасибо. Кстати, сегодня же ЗРБ. Ебать, парни, спасибо огромнейшее спасибо. О, подожди. Вот сюда встать, типа, что делать?
Во, плазма копится. Вот она. Ебать, Вендетта, спасибо большое тебе за 5000, блядь. Только нахуй все лагает. Ой, блядь. Это повтор еще, это не еще одно. Лагает, да, National Alerts. Кстати, сегодня же ЗП. Ебать, спасибо огромное, парни. Спасибо, Эльф, Гром, Вендетта. Спасибо вам большое. Сегодня ЗП, похоже, у меня сегодня ЗП, да? Спасибо. Так, сейчас. Ляг. Что с ним делать? Встань, не убивай. Что делать? Как его, как в него яичко отложить? Че? Как я яичко его, подожди, трансфер плазмы. Нас куда его нести? Нету. Блять. Розиф осит. Это типа в руку я беру, да? Твою мать, блядь. Насри ему в рот. Отличное предложение, брат. Отличнейшее, отличнейшее предложение. Замечательное. А, королевы нету. А мы не можем ее родить? А родить не получится ее? Сейчас, погоди-ка. Алло. Да ебать, все началось. Ну, ребят, спасибо вам большое. Громыч, вообще бешеный. Ты что, там от наркоза не отошел еще, что ли? Спасибо огромное. Надо подровнять. Ебать, ребята, блядь. Почти уже 900. Почти 900 уже. Охренеть просто можно. Вы реально звери. Спасибо большое. Ложись. Лег, и чё? Спасибо вам. Да ебать, вы угораете? Эльф, спасибо тебе огромное. Спасибо большое. Трек разъеб, пизда. А ты Арик, послушай весь, он вообще охуенный. Спасибо тебе огромное, Эльф, тоже за 2000. Спасибо. Че, типа, зачилиться, полежать? А че я сплю, а как встать? А вот. Ладно, пошли дальше. Ребят, спасибо вам огромное, реально, спасибо, блин. Громыч, Эльф, спасибо еще большое, парни, спасибо. Спавнить с королевой, да ладно, так суета. Так, нейротоксин, типа, вот, это я плеваться сейчас буду, правильно? Вот у меня есть нейротоксин, ну-ка. Ну да. Ну да. Блин, бешеная стала, нахуй. Прошло порядок. Спасибо вам, реально, парни, огромное спасибо. О! Ебать. Я в крите, бля, я умер. Но я наступаешь на провод, и тебе пизда. Ох, блядь, нихуя себе. Я на провод наступил. Видите, провод оголенный. Ох, блядь. Ох, блядь. Тебе надо тоже благодарочку закинуть. Да за что, блин? Так, сейчас тугл Big Darkness 25, этого достаточно. Нет, даже 50, наверное. 50. Блин, а королевы-то нету реально.
А мага-то убили, да? Не, вот, мега-магус. Он живой, блядь. Если мага убьют, можно королеву родить. Много раз пожалеть, за что заебал. Спасибо тебе, Громыч. Спасибо тебе, дружище. Обнял тебя. Элфу тоже спасибо. Виндайте спасибо. Спасибо вам, парни, огромное, реально. Полоска, так сказать, уверенно шагнула вперед. Let's go. Блядь, заспаньте королеву, реально. Сделайте королеву, похуй. Просто ивент сделайте. Пусть гости зайдут. А то что, Макс себя хорошо чувствует? А что, если он сделал ксеноморфов, а они родили эту? А они родили девочку. Большую. Сейчас я спрошу, гости есть? Где квартиру, кстати, брать будешь? Да в Калининграде, скорее всего, бро. Биг маме. Дофига. Да я обычным работягой рожусь. А чё, не в Сербии? Я не релокант. Я уже 100 раз говорил свою позицию. Ой-ой-ой. Блять, дай угадай, это Рокси, да? Нет, а кто это, блядь? Аня, Райка. Ланька, буду смотреть потом всю запись, хорошего тебе стрима, чатик вам всем хороший пацан, буду ходить. Давай, давай, Громыч, давай, дружище. Спасибо тебе еще раз, огромное. XSL обычную, обычку. Привет, куда можно, когда можно будет купить проходку? Прямо сейчас, дружище, пока я в гостях сижу, можешь покупать. Макака раз. Кайра кун. Макака раз готова. Лисичка. Участки на Луне продают. Взял бы себе. А что стоит, кстати, купить участок себе на Луне? Это перспектива на большое будущее для своих потомков. Так, человек Фангвика тоже записан. Фангвик, так, Фангвик сейчас тоже будет записан. Так. Так. Союз. Почему? Ой-ой-ой! Убивай мага, давай! Ой-ой-ой-ой, куда он летит? У него нет выбора, кроме техов. Ну нет, ксеноморф этого не знает, блядь. У него выбора нет. Он же мог додуматься, что там радейка, он не полетит туда, он же умрет там. Не-е-е. Ебать, скелет. Мазерфукер. Блин, ну это бил, конечно, еще там нужно попереводить, типа. Попереводить и все прочее.
Мне кажется, еще почему СС не привлекает новых игроков, потому что она не до конца переведена на русский. И для некоторых это, наверное, сложность, не? Могу ошибаться. Плюс. Да? И на белорусский? На украинский еще надо. Жигма, спасибо за 850 мемесов. Ой, точнее, 850 рублицев на мемы. Спасибо тебе огромное. Спасибо, дружище. Спасибо, чик. А еще маленькая часть людей не идет, ибо нет войска, ТТС не считается. Так, а в принципе сложно, вот и не привлекает. Все нормально, любой орех можно расколоть. Кстати, есть прикол с 14, там в лесе открытые 5 ТК падают, если ее разделать. Ничего себе. А где королева? Да, реально, а где королева? Привет. Фокус. Расколите мой орех. На мне? Ты настоящий мальчик. А, вот же она реально. Она рожает уже, да? Здорово, Шео. Трикс. Шео Трикс. Привет. Здорово, здорово. Делает яички с хедкрабами. Ага. А как родить нового ксеноморфа? Чужих смотрел, парни, но... Я не прям все помню. Я бы как-нибудь замарафонил их. Прям понял? Прям марафон чужих было бы неплохо. Вот это было бы клево. Здорово, Эли. Эли Б. Эли Картер. Ну я знаю, но про Тельцехвата я знаю. Знаю. А еще мне нравился фильм в детстве «Чужой против хищника». Хэдкраба цепляешь на лицо гуманоида, и потом из него вылупляется змейка и ларва. А из нее растет ксеноморф. Приорита Unknown Kimity случайно устроила гнезда ксеносов и выводок синдиката. Вам конец, Каптиин. Да ну там только две части норм. У чужого? Шео. Ебать, Вендетта, ты олд получается, да, если шаришь? Отслеживай с 1 ноября 2018 года, охуеть, чел. Олдыч, простите, вспомнилось. Да, это как это было давно, бро. Олды на месте. Элфин Лид, 21 мая 2018 год. Риджи, 4 апреля 2018 год. Блять, Риджа, скажи мне, пожалуйста, а ты случайно не играл на комбросе, блядь, за медика какого-то? У меня такой к тебе вопрос. Мы случайно с тобой не были на одном РП-проекте? Играл, да. Ебать, я тебя помню, чел, прикинь. Настолько это давно было, охренеть. Я помню, ты на медике играл, да, кажется? Пипец. У меня Квента Хоу на гугле диске осталось. Ебать. У меня даже у меня ее не осталось, прикинь. Эх, только 20-й. Много лет прошло, действительно много. Это было уже 5 лет назад, блять, пиздец. Знаешь, как увеличить количество новых игроков станции, организовываешь ивент с Академия станции, на которую как на тренинг. О, кстати, ебать, ты гений. Академия станции. Бля, чел, может реально устроить, охуеть. Отобрать админов, короче, сказать, будут обучаторами. Как давно это было, очень давно. Бля, я помню, как гонял с вами на Liberty зомби. Да, это было. Да и на обычной Liberty тоже, охуеть, из-за тебя НЗС и в GTRP залез, помнится. Да GTRP, типа, в свое время вообще прям разъеб было. Оно сейчас очень сильно стагнировало. И стало таким себе. Ну, неинтересным, там нет никаких классных сюжетов, смотрится это не как кино. Так, пошли, там он уже понес два. Я хочу вылупиться, блядь, давай. Я хочу вылупиться. Я ни разу, кстати, не играл нормальный режим ксеноморфов.
тут еще и на новом билде, а не на старой паре. Еще можно игроков с отделов потянуть для обучения. Да. Слушай, но мне кажется, если честно, по объективно, все, кто хотели научиться станцию играть, они уже научились. Ну вот, типа, объективно говоря, мне кажется, они уже все, типа, они обучены. Они хотели, они обучились. Самих хитрал не выше, нужно, чтобы он прикрепился к человеку. Снова вышел на фриланс, пока еще эти компании, которые будут работать. А, кстати, Жоже, вот ты сейчас уехал в Южную Корею, да, с Израиля. Тебе повезло, пиздец. Но я сегодня читал в какой-то источнике, что по каким-то данным, блять, какой-то там южнокорейской разведки, не знаю, вброс не вброс, что типа КНДР готовит нападение на Южную Корею, блять. Пиздец. Что происходит в мире, я не знаю, блядь. Просто все сошли с ума, нахуй. Я говорю, дедушка... Один дедушка открыл ящик Пандоры, блядь. Реально. И это пиздец, пацаны. Я, блядь, просто не верю, что это происходит и что мы живем в такое, блядь, историческое время. Лучше бы все это в хойке было, клянусь вам богом, блядь. Мировая напряженность 98%. Когда этот билд добавит заклинание острой жопы магу, оно отрывает. Это не острая жопа, это типа заклинание аппендикса, когда ты аппендикс высираешь, типа. Правильно? Или жопы тоже есть, что на голову можно надеть, ты говоришь. Да какой дедушка, эти проблемы десятилетиями копились? Старый тут ни при чем. Ой, блядь. Нет, ну кто-то должен был вскрыть это все, понимаешь? Вот есть ящик Пандоры закрытый, да, условно? Ты его открываешь, типа, оттуда нахуй... Эффект домино просто... Поехало, блядь. Блядь, сколько выживших осталось? 34 человека. Ну там, блядь, половина роботы. Маг живой, кстати. Давай за магом смотреть. Ой-ой-ой. Гарек. Ладно, ребята. Давайте лучше про станцию. Блять, шлёпа умер. Он умер. Он умер. За такое количество часов 13 у тебя все еще есть механы, которые ты не знаешь. Те же ксеноморфы. Да, да, Редми, да, да. У меня никогда не было цели. Понимаешь, я базовый РПшер, но не там не рабас, типа, и не дрочила в механику. Мне по кайфу играть там в РПшки, там как-то посмеяться, какие-то забавные ситуации. И то, что я не пошел затрачивать все отделы, все изучать досконально, это только наоборот, типа, мне, как мне кажется, у меня наоборот еще очень много впечатлений впереди. Да, нужно растягивать удовольствие по максимуму. Нам пизда. А если получается растягивать его по максимуму, то значит... Ну ты сам понимаешь, да? Как я и говорил, станция легкая игра после 20 часов. Не понимаю, почему люди вообще говорят, что она сложная. Она легкая уже после 40 часов. Блин, ну все равно тут столько микромоментиков. Логово токсинной. 300 часов вообще нихуя не умею.
Муня, какой же ты холивар начал в чате? Дерик. У меня есть модераторы, ребята. Они могут вас страхнуть и забанить. Так что будьте осторожны. Потом будьте потом заявки кидать на разбан. Ну вот, ну где вы, блядь? Почему вы не бежите за ним? Блядь! Да дай туда гранату, что-нибудь. И он умрет. Ну ладно, он не умрет. Я участвовал в последнем скрытии ящика. Ты пиздец. Понимаю тебя. Кстати, а вы знали, что щит защищает? О, нет. Мяу. Тут мыши уже. Вот ты в ДС сделал отдельное место для порнухи, а для поликутаты не сделал. Где же яйца политических взглядов на букле? Нужно напряжение скинуть. У меня был в Телеграме, у меня был в Дискорде политический канал. И вы не представляете, что там было. И только после того, как мне уже начали жаловаться люди. Ебать, а вот и все. А тут нашелся чел, который на Борге, походу, что-то умеет. Я его потом закрыл. Потому что это пиздец. Было, ребят. Лучше этого не делать. Я говорю, я тут в телеграм-канале мем запостил не так давно, типа, да? Вот. Вы не представляете, что там началось в комментариях. Можете почитать, это было... Сейчас скажу, от какого числа. Домой. Это было от... Класс. Седьмое октября, ребят, в 15:32. Мем охуенный был. ТГ? Так, мне что-то пришло там, да. Там за чужого и спаун. За фарву эту. Давай. Блять, я не успел. Сори, я отвечал ТГ, я не успел. Дерек. Давай рекол, нахуй. Отменяйте. Какой нахуй шаттл? Давай, блять. Мне еще надо полчаса до хойки в станции присидеть. Пускай Макс страдает. У всего есть последствия. Это пиздец, я тянка. Мне не получается вью-вью сказать. Как сказать, блять? Вью-вью? Я не тянку, но я могу сказать вью-вью-вью. Лягушка. Спасибо вам за мемы, спасибо. Ну пускай спавнится, пускай типы играют. Я хочу посмотреть, как маг будет страдать. Федератион Миссагисаки Роуз Миссагема увидели, что вы хотели улететь от нашего посланника. Не улетите. Ой-о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 й-
нахуй, пули, блядь. Спрятался, охуеть, он спрятался. Поехали с друганом отдохнуть в Израиле, но чуток не доехали. Решили запустить фейерверк, а его как унесет ветром. Дальше все знают. Нам, блядь, из дома не выходить теперь. Бля, осуждаю, блядь. Осуждаю такой донат. Осуждаю, бро, осуждаю. Осуждаю. Не надо тыкать, не надо так донатить. Кто там еще за мемасик?
Вот и все. Вот и маг приплыл, блядь. А, ебать, как только он заканчивается... А, как только маг умирает, раунд заканчивается? Чё? Нихуя себе. Ни хрена себе. Так, ребята, ладно. Сейчас. Сейчас. Вам оставить еще раунд? Типа, надо? Положить конец раунда. А сколько живых? А сколько выживших? Сейчас, подожди. А много выживших? Блять. 34 всего. Ну давай продолжим. Пусть ксеноморфы продолжают. Так. Чудище какое. Давай. А чё Борг сделал? У него была задачка ведь мага или нюку взорвать? Борг, наверное, отыгрывал. Угу. Я по магу капитуэлем въебал, а он выжил. А, Борган Визаган, он что по кайфу то и делает. А мне просто теперь интересно, знаете что? А где же? А где же? Тут на лаве, блядь, откисает чел. Мак умер. А, ну походу ксеноморф-то победили, да? Слушай, какой-то... Какой-то Джек... Джейк там какой-то. Джейк Дарквуд. Ебать, спрятался, ребята. Он живой, блядь. Вопрос, найдут ли его? Давай, дадим им минут 10, окей? Короткую венкарку ксеноморфов. Ребят, у нас хоечка вышла. Хоечка вышла. Блядь, зачем он раскрылся? Ну зачем он раскрылся? Зачем? Зачем? Почему? Мы с тем чатом просим. Ребята, давайте next time. Акок, спасибо еще за мемесы тебе большое. Спасибо, дружище. Лучше хойку качайте. И пошите в хойку. Сейчас соберем с новым DLC, блядь. Блядь, нет, подожди. Духи. Спасибо за угощение. А, серьезно? Они видят духов? Пой. Ебаное аниме, сука. Рот ебал их всех. Да похуй на аниме, на самом деле. Оно имеет место быть. Как и все в этом мире. Батя, что он неуязвим? Не убивай, доча. Неси сюда. Само собой. Давай победу ксеноморфов. А по кайфу со зрелами даже не дадут из рек зайдет. Строгача 8 лет. Строгача 8 лет. 8 лет, да. Спасибо за раунд, я маг. Да, я знаю, тебе спасибо. Неплохо суеты навела. Или навел, бля, я не знаю, там парень ты, девушка, кто ты. Нас тут СФ хотят прилететь, ну ладно, заканчивай. Стой!
Стой! Пусть летят. Опа. Осуждаю такие донаты, блядь. Осуждаю. Не надо такого писать, не надо. Не надо. Хорошо, что без озвучки было. Готовьте до сквад. На человек 15. 20. Я хочу, чтобы эту станцию снесли нахуй. Не говорю вам до свидания, командир. Так как точно знаю, что не будет у нас больше с вами встречи. Я придумал решение, сейчас будут деды. Сейчас. А конец раунда был, шаттл не полетит. Ну нюку взорвать и будет. Ты не об этом думаешь. Ты пойди наруби дрозд нахуй. О, блять, база пошла. А чё оно прерывается? Пойди там, наруби дров, блядь, да, почисти собственный двор. Есть желающие присоединиться к отбросам общества? Нету. Это было неплохо. Я тоже осуждаю эти донаты. Ужасно. Чел вообще не в адеквате, походу. Я именно тот человек, который просто дрочит один. Надо чистку устраивать. Да если бы это так было возможно, так ебать, Dead Squad нахуй. Let's go! Надо на Нормандию расчехлить. Да? Надо Нормандию расчехлить. Я, кстати, убрал паузу на этих, на мемесах. Типа, вы можете теперь постоянно прям по несколько сразу отправлять этих. Ну, блядь, отец Гигалули умер. Вы можете по несколько этих отправлять. По несколько мемов сразу. Готов. Заглянул на поваре в тех, на шум, сука. Угу. Ну, маг тоже вступил, превратил этого обидевшегося в кота, а потом зачем-то Борга оставил так. Чего, блядь? Чего? Ебать, это уже ЦК новая, я ни разу не был даже. Я даже не знаю, чё кого. Ланариэль фон Крафт. Ариэль. На углях. Шаурма. Может, как-нибудь устроим ивент на ЦК, а то что такая большая проработка карты без дела стоит. Предлагайте. Рассмотрю, устроим. Ну чё там, блядь? Богоу на спайн сейчас ручками сделаем.
Угу. Лейтенант Артемьев, блять. Успиц, спасибо большое за мемы. Сижу, вкушаю шаурму, пью винчик. Спасибо за стримушку, чел. Да не за что. Приятного тебе ебать. Ебать, тут-то у нас вообще в красном, блять. Так. Любой мужчина яйца нюх. Блять, не пизди мне. Не смей мне пиздеть, что ты нахуй ни разу этого не делал, блять. Ты делал еще как, блядь, даже с пристрастием. Ой, ну вы любите бухого меня, да? Ну да. Так, почему я вижу призраков, блядь? А, потому что это этот. Принеси мне бежевый плащ. Бегом! Раундик окончился, поэтому. А-а-а, они ручками сейчас сюда спанят. Ебаные гасты, тупо спали нычку, мета ёбом. Ну их маг, да. Раз, два, три, четыре. Мы хуярим на бензине! Угадай, кому ты отвечал? Тебе? Блять, ребята, любой парень знает запах своих яиц, блять, и запах своего тела. Ну, я еще раз по трезвоку это повторю. Чтобы это точно стало понятно всем. Себя не наебешь. Смотрели ли документалки о Сафио? Нет, он очень скучный, когда он пишет документалки. Про машины прикольно рассказывает. Документалки очень скучные. Крайне скучные. Здорово, Дудя. У Дуди триггер на яйца. Да Дудя, наверное, тот еще яйца нюх, блядь. Он бы у себя понюхал, у кого-то другого еще, да? Без негатива, Дудя. Просто шучу. 6 синосов против 20 дедов, серьезно? Я хочу, чтобы станцию уничтожили. Не люблю яйца, понял. Ебать, я сегодня такую яишенку, пацаны, как проснулся, съел. Охуенную просто. Прям глазунью такую, знаешь. Ну там три глазика было, блядь. С колбасочкой, с овощами. Уф, блядь. Другое дело. Дарю. Так. Я думаю, достаточно. Я думаю, достаточно. Приветствую. Угу. Так. Ваша задача вам ясна. Вы для этого и были сделаны. Цели. Ксеноморфы. Зачистка. Полная. Все. Бегом на шаттлы, бешеные псы! Асталависта. Уничтожьте там все! Фу. Меня не тревожить! Посадите их на шаттл. Посадите их на шаттл. Не пойду, нахуя мне на идти? На станцию. Я буду сейчас в гостах смотреть, блядь. Нахуя? Нахуя мне идти? Мы можем включить музыку для сквада? Дайте эпсилон. Нам нужно больше патронов.
Блять, этот не работает, что ли? Че? Или сюда не поместится? Эзэк, что он показать? Так я тебе с гастов покажу. Да конечно все, блять. Там донатик не пришел, или меня стрим в тот момент пролагал. А какой донатик, Вендетта? На какую сумму? На какую сумму, бро? Хочешь, чтобы он офигел? Разбей ему два яйца? Что за движуха? Сейчас будешь штурмовать чужих? Да. Это типа Dead Squad. Шарите, да, кто такие? Ёбари-пахари. Ёбари-пахари. Блять, почему не на разных шаттлах, нахуй? А, там они сейчас мехов берут туда-сюда. 2К 5 минут назад. Не было, дружище, не было. Возможно, просто задержку донейш налёшься. Задержка, возможно. Ждём-с. Ждём-с. Когда-нибудь нам нужен ивент чужих. Я подумаю, что можно сделать с чужими. Я подумаю. Я подумаю на досуге. Я сделаю. Я очень хочу вторую часть вторжения, блять. Я посмотрел просто, что сделали в гейте. Я понимаю, что новую карту реализовать вообще будет классно. О, остальным гастам, блять, вроде на закиноморфов. Давай. Не являются ли чужие ресинхом пауков? Вряд ли. У них своя механика. Кто еще не у телепортера? Ебать, миниган. А, это рокет лаунчер. Это рокет лаунчер. Рокет лаунчер. Рокет бараж. Михи не поместятся. Оставь тут. Так, я сейчас пока у Хойра спрошу готовность. Dispatch, officer responding to crime in progress. Requesting immediate assistance. Еще кто-то. Ебать, они уничтожат сейчас эту станцию просто. Ее как будто и не будет. В моменте. Она уничтожится просто в моменте. Просто в моменте. Увы. Увы. Тогда прыгайте, бойцы. Шиза походит. За Энте. Принято. Кто убьет за меньше Энте. Всех, тот лох. Убить. Да, я соберу лопу без проблем. Вперед, вперед. Да, соберу. Но если соберется, можете на мейн сходить, типа. Там хоть что-то есть, наверное, да? Там какой-то онлайн вообще есть. Ну, 13 человек там есть. Еще праймовцы зайдут, что-то получится. А, они их так, они их тпшнули так. Ебать, ТГМС пошел, да. Один готов. Второй готов. А лицехват, может им на лицо прыгнуть? Или из-за того, что они в шлеме, то бесполезно. Не сможет. Еда. Мне кажется, ли чужих надо как-то бафнуть? Не сейчас, а вообще, хотя бы не на дамаг. Надо потестить их. Прям потестить.
Их надо прям потестить и потом уже что-то с ними решать. Так, слушай, я хочу, знаешь, что глянуть? Не, ну ксеноморфы здесь вряд ли такое вообще выживут. Вряд ли они выживут. Вряд ли что-то тут получится, что-то сделается. Ой-о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 й. Спасибо большое, Вендетта, спасибо тебе огромное. Ну ладно, день ЗП как-никак. Спасибо тебе, дружище, еще за трешечку. Спасибо тебе огромное за поддержку. Спасибо тебе, старина. Спасибо, очки огромнейшие. На полоске уже 875, друзья. Спасибо вам огромное, огромное спасибо. Спасибо, лучшее, гайс, лучшее. Спасибо. Видимо, стоим. 120. Давай. Времени мало. На 40, думаю, можно будет уходить. Пошла бомбочка. Пошла. Куда? Бомбочка. Пошла бомбочка. Королева? Обратно. А ее уже убили нахуй. Ее убили уже, королеву. Без шансов. Угу. 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 Здорово, Лёха. У меня есть идея. Угу. Выпить? Надо ивент ССТ против ЕРТ. Бежим, надо захват жертвы из вентиляции сделать, как в фильме. Стоит чел, хоба исчез, а его другой стороне вентиляции уже лицехваты. Блин, ну а чё, звучит неплохо. Что-то ксеноморфы уже всех убили. Так это же деды, чел, это все, ну... Мало. Объективно, что они все умрут. Объективно. Бля, Вендетт, спасибо тебе большое, спасибо реально. Да всем пацанам спасибо. 5 секунд. Спасибо вам огромное. Все. Ромы, Челфин Лид, Байгус. Спасибо. Мы захватили. Сейчас подойду уже. Блин, почему-то картинка вот, да. Неполная, к сожалению. Угу. Угу. Ксенос одного деда убили. Так, сейчас давай тогда сервер на рестарт сразу. Сейчас пойдем в хой уже. Сервер на рестарт, будем показывать вам новый DLC. Ребята, кто-то в хойку пойдет из чата? Желающие есть? Помимо наших хойеров дискордовских. Есть. И это еще цензированная версия, есть расцензированная. И что же там? У меня слабый опыт, но есть. Можно? Да, конечно, конечно, можно, конечно.